Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 220-е упражнение. Нужно произвести устный пунктуационный разбор предложений. Первое. Ветер осенний в леса поднимается. В конце этого предложения ставится знак завершения, точка. В предложении нет однородных членов, предложение простое, распространенное. Все это вы должны сделать устно. Давайте следующее сделаем. Шумно по чащам идет, мертвые листья срывает и весело в бешеной пляске несет. В конце этого предложения ставится знак завершения, точка. В предложении есть однородные члены, идет, срывает и несет. Однородные члены идет, срывает, разделены запятой, а срывает и несет не разделены запятой, потому что связаны союзом и. Предложение простое, распространенное. И следующее. Зимние вьюги, предтечи весенние. Это предложение у нас также простое. В конце этого предложения ставится знак завершения, точка. Предложение нет однородных членов, предложение распространенное. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.